вот думаю, что можно, ну, в принципе, понятно, что можно сунуться на дорогу общего пользования, но, честно говоря, сегодня у меня нет настроения гонять среди машин. Меня пропустили девушки. Спасибо. Пожалуйста. Сразу видно, петербурженки интеллигентные. Так, а вот мы сейчас заедем во двор к Александру Второму, по-моему, называется он. Он находится вон там. Но въезд туда есть только с одной стороны. Я, правда, не знаю, по-моему, там до 6 или до 8 работает. Сейчас узнаем. Справа начинается Марсово поле. Место, куда собирается вся гопота побухать. Ну, я утрирую, конечно. Местная интеллигенция, грубо говоря. Да, вот он. Памятник. Или это раньше стоял на Московской площади, что ли? А, с той стороны тоже открыто, кстати. Какая-то странная хрень. Какие-то люди спрашивают, а где у вас дача? Зачем они спрашивают, да где у вас дача? Если бы они близко были знакомы, они бы знали, где у них дача. А если не знакомы очень далеко, то что они в этом месте хотят у них узнать про дачу? Зачем? Ой, ну, не знаю. Так, Марсово поле, пожалуйста, там есть памятник. Вечный огонь там горит. Здесь у нас, не помню, какой Александр, Леонид или кто. Но разведочка довольно жесткая. Ну ладно. Спасибо. Так, итак, мы на Троицком мосту. У нас впереди... Осторожно, осторожно, осторожно. Простите, спасибо. Вон там, где солнышко, у нас Петропавловская крепость. Я бы и так стал говорить. Тут у нас авария. Да. Троицкий мост разводят где-то в час 20. Не помню точно. Но на него красиво смотреть. Здесь собирается много лодочек, по ночам устраивают мини-экскурсии. И народ пьет шампанское. Очень красивый мост, тоже снимал как-то раз его на дроне. Мы тут гуляли с папой. Разбитые стекла моей судьбы. Знаете, что интересно? Мосты такого плана, они шатаются. Они живые. Если стоишь на нем в пробке, сильный ветер, то машину раскачивает. Ну, все машины раскачивают. И первый раз, когда чувствуешь это, становится страшно. Простите, можно проехать? Спасибо. Я извиняюсь. Спасибо. Вообще обычно я так езжу, как вот ребята проехали только что по дороге там. Ну и говорю, сегодня нет настроения.
хочется ближе к людям быть. Женя попросил поприставать кому-нибудь, порасспрашивать. Спасибо. Так, мы выехали на Каменноостровский проспект, он идет вот в ту сторону. Там большой мусульманский храм виднеется из кустов, очень-очень красивое здание. Вот. Здесь обычно тоже толпа туристов на выходных днях. Так, мы с вами сейчас протянем, наверное, в сторону Горьковской. Если я правильно помню, где это. Да, в ту сторону, Горьковская. Она очень похожа на станцию, космическую станцию НЛО. Уже темнеет, скоро вообще не будет смысла снимать. Здесь, я не знаю, это Горьковский, может, сквер или парк. Ну, станция метро Горьковская. Здесь есть прикольный ресторанчик. Он очень маленький, там буквально 4-5 столиков. Но в нем прикольно фоткаться, точнее, возле него. Вот он. Однажды я там был. Я понял, чем его фишка. Он маленький только зимой, потому что зимой у них нет столиков на улице, а летом у них, в принципе, довольно много места. Так, мы на Петроградке. Вот, собственно, впереди появилась станция, о господи, Горьковская. Похоже на НЛО. Сейчас мы ее объедем и поедем в сторону дома уже. Я думаю, достаточно на сегодня покатушек. Вот так она выглядит. Футуристичный дизайн. Это метро. И вот вход в метро с этой стороны. Со мной поздоровались интересные люди. Уже давно не называют меня парень, говорят мужчина.
хреновая дорога тут, конечно, вся в ухабах, еще в этой плитке. На шоссейнике как. Как на доске, жестко. Все дрожит, сам подпрыгиваешь. Поехали в сторонку, туда отъедем. Кстати, я удивился, что вот в Петербурге очень много насыпных дорог. Очень много. Я в Киеве замечал, что там много асфальта клали, ложили. И, ну, много было асфальтовых таких вот. А здесь именно насыпные. Я не знаю, с чем это связано. Видимо, с тем, что вода. Там холмы, а здесь болото. И необходимо, чтобы почва просыхала, типа того, наверное. Кстати, впереди университет ИТМО. Один из корпусов. Вот это он, а вот туда чуть дальше, вон там сытный рынок находится. У меня на шлеме прилеплено зеркальце заднего вида. Я вижу, что сзади подъезжает машина к нам. Вот, ну, не страшно, я думаю. Справа офис Сенатор, Сенатор-центр, слева легендарный бар Восьмерки. О, господи, сколько я с ним намучился, с этим баром. А мы тем временем выехали на улицу Ленина. Нет.